разные пояса, разные пальца. Телефонный провод соединяет голоса. Разные пояса, разные голоса. Телефонный провод соединяет полюса. Разные пояса. Ну давайте этот вопрос надо изучить. Во-первых, есть еще обратная сторона медали. Есть люди, которые наоборот просят, чтобы мы остались в одном часовом поясе со стороны нашей столицы. Поэтому изучим давайте. Сейчас однозначно сказать, что большинство, вот письмо передайте, сколько у вас человек, мы изучим, мы занимаемся этим вопросом, но ответ вам дадим письменно.